Тем временем одесситов призывают правильно бороться с гриппом. В своей компании используют знаменитостей. Например, бронзового Леонида Утесова. В период сезонной вспышки гриппа ему сделали прививку. Так как знаменитый певец постоянно находится в месте большого скопления людей и, по мнению участников акции, страдает излишним весом, он находится в группе риска. Таки да, здесь много людей, и таки да, Утесов может заболеть. Поэтому мы решили быть тоже неравнодушными и решили обеспечить его самым надежным на сегодняшний день защитным средством – это вакцинация. Правда, врачи советуют делать вакцинацию до повышения сезонной заболеваемости, но и сейчас не поздно. Эксперты говорят, эффективность прививки также высока.